Нет, мой друг. Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Продолжаем тему советского журнала «Радио» за 1967 год. А именно номер 8, август. Так, главным ударом спортивного рабочества является массовое привлечение молодежи и военно-техническим видом спорта. Это, так сказать, спортивное ориентирование на местности, охота на лис. Обратите внимание, какие просветленные лица. Чемпионат Черниево. Все-таки это какая была молодежь? Значки дают и кубки. Красота. Так, любительство и радиоспорт. Уровень новых задач. Что-то тут было по ролике. Совещание. Расцвет советской электроники. Генераторный триод мощностью 500 кВт, получивший в 1966 году золотую медаль ВДНХ. Вот такой вот триод. Так, цех Светлана, насколько я понимаю. Предприятие электронной промышленности. Да? Серийные работы. Общесоюзный телевизионный центр. Радиоспортсмены. Чемпион Донецкой области среди юношей, второй призер первенства СССР среди школьников. Юрий Малиновский дает передачу. Что у нас с лицом? Понятно. Так, радисты Самсона. Так, 12-я юбилейная выставка. Так, это что такое у нас? Магнитофон «Радуга», снимок слева. Сонат, многоголосый инструмент. Это музыкальная установка «Самоцвет». Такой вот кристалл. Так, это я по радиоспорту. Какие-то блоки. О, моя любимая тема. Приставка для листового сопровождения музыки.
Так это надо. Красота. Так, ну все равно мне тут не очень. То есть это я вам все равно понятно не расскажу. Заинтересованно посмотреть. Рекомендую все-таки в электронном виде, повторюсь. У нас общий образовательный, так сказать, характер носит наше листание, то есть мои. Так, это вот платы. Причем это не лут платы. Тут чуть ли не процарапывать надо механическим способом. Да. Это не проводники, а разрывы между проводником указаны. Так что будет познавательно. Вроде как мода на светомузыку. Не то, что мода, но есть люди, которые тащатся. Я тоже сделал копию SD-утрины, вы видели, так что-то я ее не до конца не доделал. Уж доделаю, не знаю. Должен. Там остался только системный блок, грубо говоря, оформить. О, корпус. Так. Работает на мощные световые прожекторы. Цветовые. Так, проще освещаем экран более 20 метров. Ложиться. Вот дроссели. Почти 100 там мотать надо. Так, а что тут делают радиолампы? Никак я не пойму, где она тут. Ну, так. Так. Ну, так, столько блоков собрать. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь частот, что ли? ТГ-301 тиратрон, что ли? Так вот, кстати. Так, угу. Оно напряжение приложено к тиратрону через замкнутый контакт реле. Так вот, по частотам. Что, 15 усилителей? 14. Первый не вижу. А, первый. В общем, интересная конструкция. Если быть еще уверен. Ну, сама-то, конечно, да. То есть это дроссели. Нет, это трансформатор такой. Вот были эти времена, а?
лампочки 127 вольт, 75 ватт. Да. Так, синхронно озвученную фильмов. Этот рубительскую кинопленку снимался. Надо было еще наложить звук. Не наложить звук, чтобы фонограмма с магнитофона совпадала с изображением на экране, скажем так. Рули Савровых. Форезонансный стабилизатор. Тиристор вместо диода. Ремонт своими руками. Прибор для подбора транзисторов. Когда-то эта штука выглядела вот так. Симфония 2. Радиолог высшего класса с сквозным симфоническим трактом. Синамоточные данные. Ух ты, это да. На смотрю, больше усилитель на ламповую часть. Интересует. О. Если бы найти, ну это нереально. Не надо скороченную такую радиолу, был бы хороший ламповый усилок. Очень интересно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четвертая индикаторная лампа. Масштабно. Так как она называется-то? Симфония 2. Навряд ли. Даже что, если сохранилась до наших дней, скорее всего, в подвале или на чердаке, или в гараже. Соответственно, там гитлер капут. Так, приемник из доступных деталей. А где сам приемник? А, он, как всегда, на вкладке, наверное. Так, а усилитель низкой частоты, где мы еще не листали? А, ну я же говорю, вот он. Приемник из доступных деталей. Так, усилитель для магнитофона. Вот эта штука выглядела вот так. Теперь никто и такое делать не будет. Даже похоже. Близко. Так, используем транзистор в режиме исключенной базы. Так, вот это опять моя любимая тема. Усилитель низкой частоты. Практика начинающих.
6P1P. Так, 672P. Нас больше мощность интересует. Ну, небольшая. Если громкогласитель 3,5 ватт. А вот еще дальше продолжение. Три шесть ватт советских. О. Достойно, в принципе, мощность. Вот она. Как это выглядело вот так. И радио для юных. Астра 4. Магнитофон. Где у нас тут усилительная часть? Ну, тоже неплохо. Так, электронное устройство для мотоциклов. Она 6-вольтовая, скорее всего. Да, 6 вольт. Право-лево, мигалки. Электронные реле, переключения. Электронная система зажигания. Вот она. Опять дресселя начались. А смысл? Все равно прорыватель механический, кулачок. Он прекрасно и без этой штуки работает, если настроить. Раньше я в этой штуке был силен, в этом зажигании, на колодце. И, по-моему, восход 2 без буквы М. Там тоже, по-моему, кулачки. Так, эстетика и качество. Ну да, у меня даже запись была по регулировке. И сколько было мотоциклов, а? Году так с 80-го, с 80-го по 90-е, а? Кошмар. Так, магнитофоны фирмы Tesla. Какие красавцы. Ампер-вольт-метры. Чисто в коллекционных целях. Чего, какие они были и чего не мерили. Вот их данные. Ампер-вольтометры. Правильное название, так сказать. Приборы в простонародье называемые тестером. Так вот, досуг опять кроссворд.
Так, ну вот и посмотрели. Номер 8. Давайте еще полюбуемся на эту обложку. Так, к сожалению, номер 9 и номер 10 нет. Следующий будет номер 11, ноябрь. Первая радиостанция на службе Великого Октября была радиостанция крейсера «Аврора». 1917-1967 год. Полста. До новых встреч. Продолжение следует.